Приветствую вас. Вопрос задает Светлана. Касается вопрос того, что на работе Светлана самая молодая. Вот, ей 22, самый младший после нее сотрудница 47 лет. Вот, и все, соответственно, кроме нее общаются на ты, а между собой к ней обращаются тоже на ты, а вот ей не позволяют обращаться к себе на ты, только на вы. Светлана пишет, что это ее ущемляет, и пишет, что сотрудники, в общем-то, используют свой возраст вот, для того, чтобы демонстрировать правоту свою. То есть, что мы лучше знаем, типа, что мы лучше разбираемся, вот, и что она должна подчиняться, поскольку ей, соответственно, мало лет. А Светлана говорит, что часто приходится работать в шуме, вот, решать срочные вопросы, кричать, и ей не очень удобно на вы, то есть удобно на ты. Вот, она пробовала с одной женщиной, которой 47, переходить на ты, вроде бы там вначале была не против, но потом как бы сказала, что на ты с ней не переходила. Да, то есть по факту мы имеем некую такую коалицию, так скажем, в виде сотрудников старше и, соответственно, Светлана чувствует себя одинокой. Здесь и Светлана чувствует себя в какой-то степени аутсайдером в этой ситуации. Соответственно, спрашивает она, так и должно быть, вот, или я чего не понимаю, вот, что мне делать? Вот, если не считать этого отношения, в принципе, нормально, с ними плохого ничего нет. Здесь две проблемы угадываются. Первое, то, что Светлана чувствует себя ущемленной. Вот, из-за того, что только к ней обращаются на ты, а ей не позволяют обращаться на вы. И второе, это то, что вот функционально это неудобно. Мне кажется, что первая проблема, связанная с ущемлением, это проблема самооценки, мне кажется, что это проблема уверенности в себе, потому что люди старшего возраста, больше там 20 лет, довольно часто используют свой возраст, да, как аргумент в, ну, каких-то дискуссиях и так далее. Вот, это неприятно, но это факт. Вот, а, соответственно, по первой проблеме нужно, мне кажется, работать с самооценкой уверенности в себе, а также с, в данном случае, наверное, личными границами, то есть, чтобы пресекать истории, связанные с попыткой обращаться к Светлане на ты, да, и не позволять к себе обращаться на вы, потому что это, ну, вопрос именно личных границ. Мне кажется, что одна из основных
Проблематика здесь в том, что Светлана изначально чувствовала себя не очень уверенно из-за того, что многие старше нее, вот, и как бы робела, так скажем, пробела перед этими людьми, да, то есть здесь вот как раз вопрос уверенности в себе. А что касается, да, и может быть, ну, в какой-то степени вообще проблематичного восприятия людей старшего возраста, то есть это может быть проекция ваших отношений со своими родителями. Вот. И соответственно, с этим нужно разбираться. Потому что если вы, Светлана, чувствуете себя неуверенно, вот, то вам нужна, конечно же, помощь в том, чтобы эту уверенность почувствовать. То есть, как бы, ну, вот. Это первый момент. Второй аспект, который нужно выделить, это функциональное сообщение. Здесь ситуация следующая. С одной стороны, здесь помимо необходимости демонстрировать какую-то вот свою уверенность в себе, и помимо того, что необходимо уметь поставить себя перед людьми, да, и умение, помимо умения как бы продвигать свои интересы, вот здесь, наверное, имеет смысл также обратиться к начальству для, так сказать, оптимизации процесса взаимодействия между сотрудниками. Вот. То есть, понятно, это может быть не самая лучшая история, но поскольку люди работают, вот, и лично людей мало что связывает, именно лично людей мало что связывает, вот, то, соответственно, подобная проблематика может быть, вот, и, соответственно, такой способ тоже не является каким-то плохим в данном случае, если люди не идут на контакт. Вот. Поэтому мне кажется, что необходимо рассмотреть этот вариант. Вот. Собственно, Светлане хочется задать вопрос, какую конкретно проблему она хочет решить. Если она хочет решить проблему взаимодействия с коллегами, это одно. Если она хочет решить проблему оптимизация своего взаимодействия с, ну, оптимизация именно рабочего взаимодействия с коллегами, это другое. И здесь нужно смотреть, чего именно Светлана хочет в первую очередь, да? Вот. Смотрите, значит, девушка 22 года, вот получается, как бы, что он на первое место вы, Светлана, ставите свой пол, вот, на второй возраст.
плюс вы называете себя Светиком, что тоже в известной степени как будто бы вас обесценивает. Вот. Тут такое ощущение, что вы сами себя взрослым не ощущаете. И дело здесь не в возрасте, а в том, какие требования вы к себе предъявляете. Вот. Поэтому я бы обратил здесь внимание, да, вот с каким чувством, например, вы, грубо говоря, назвали себя Светиком. Работаю в женском коллективе, есть один мужчина, все старше меня, самая молодая женщина, 47. Я работаю там уже год, продолжаю общаться со всеми новыми. Понимаете, это же ваш выбор, общаться со всеми новыми. Вы могли бы этого, в принципе, и не делать. Вот. А вы это делали. И это ни в коем случае не обвинение, но просто хочу сказать, что люди уже привыкли, что вы смотрите на них снизу вверх. Вот. Поэтому, да, безусловно, некоторая каста у вас присутствует, но в то же время вы, как мне кажется, сами, в общем и целом, внесли вклад вот в то, как вас воспринимают, ну, условно говоря, ваши коллеги. Дальше. Общаясь с именами вы, а не ко мне на «ты», меня это ущемляет, что ли? Как? Обидно, что меня так дискриминировали по возрасту. Вот здесь очень важно поработать этой самой обиды, потому что обида – это ожидание, это детское чувство. Друг с другом они общаются на «ты», все они работают как минимум 3 года, иногда ходят в гости друг к другу, обсуждают что-то. Я же общаюсь только по работе. Вот. Но тут тоже момент, да, как бы ваш ли выбор общаться только по работе с этими людьми, потому что если бы вы общались, например, не только по работе, то ситуация была бы другой. Так, я не имею желания с ними прямо дружить, как они друг с другом, но все это очень неприятно. Здесь противоречие, вы не имеете желания дружить, но это неприятно. Хочется спросить, а как у вас с вашим личным окружением, где вы могли бы ну, быть максимально реализованы, раскрыты и так далее. Пробовала самая молодая женщина из них, которая 47 лет, перейти на «ты». Она сначала ничего против не имела, потом зашипела на меня спустя 3 месяца, что со мной на «ты» не переходила. Ну, опять же, да, здесь важен контекст. Как, по поводу чего, какой у вас с ней контакт, какое у вас с ней общение. В рамках производства на заводе необходимости иногда срочно кричать в сильном шуме, общаться на «вы» мне очень удобно, и об этом нужно заявить. Да, спустя год считаю, что все же уже можно было перейти на «ты», так как это просто неудобно, мне кажется, несправедливо. Вот в несправедливости чувствуется некоторая ваша жертвенность, то есть на «ты» или на «вы» люди общаются не из справедливости, а из различных социальных устоев, из различных социальных установок. Тогда бы и ко мне на «вы» обращались, что за дискриминация. Это вы себя так поставили. Иногда бывает непонимание, как и в любом коллективе, опять тут указывают на мой возраст, я, мол, малолетка, надо уважать старших, что они всегда правы, а я потом пойму. Подобное поведение неприемлемо, необходимо здесь менять именно свой стиль коммуникации, чтобы вас воспринимали по-другому. Вот, пока вы не будете уважать себя сами, вас не будут уважать другие. Вот. А у меня очень стойкое ощущение, что вы себя не уважаете. Что мне тут делать, или я чего-то не понимаю, так должно быть, нет, так быть не должно, по крайней мере, в неком таком идеальном, адекватном коллективе. С другой стороны, вы выбираете работать именно там. Поэтому тут как бы тоже есть такая некая двойственность. Менять людей. Изменить людей. Вы не в силах. Вот. А вот принять, изменить свое отношение к ним вполне. Но, повторюсь, у меня есть такое очень стойкое чувство, что вы боретесь, что вы пытаетесь что-то, ну, что-то доказать. Это никогда ничего хорошего не дает. Если не считать этого, отношения, в принципе, нормальные, с ними плохого ничего нет. Ну, здесь небольшое противоречие. Дело в том, что
вы говорите, что вам указывают на возраст, называют малолеткой, что надо у вас старше, да? То есть как бы это такой вот, такая необоснованная получается позиция над. И в данном случае это некоторые трудности в отношениях, вот. Что в конфликтных моментах как бы вас ну, сразу дискредитируют по возрасту. Поэтому то, что вы называете это отсутствием проблем, на мой взгляд, ну, несколько как будто бы нежелание видеть эти проблемы. Вот. Хотя, может быть, вы и боитесь, что вас уволят. Тут как бы тоже есть, понятное дело, свои нюансы. Вот. На этом все, пожалуй, я бы сказал, да, то есть здесь нужно аккуратно, я бы так вот сказал, да, аккуратно смотреть, какая проблематика и в вашем ли коллективе на самом деле проблема, потому что вполне вероятно, что проблема более глобальная и более глубокая, а не в коллективе дел. Именно вот не в нем самом дел, не в коллективе. Поэтому я думаю так. Дело в том, что рабочие отношения имеют свою специфику. И понимаете ли вы эту специфику? При том, что вас волнует тема справедливости, у вас есть обиды и так далее. Вот это большой вопрос. Я не говорю о том, что вы не имеете права на то, чтобы к вам уважительно относились. Я больше здесь говорю именно вот про нюансы. Вот. И если что-то касается работы, если что-то касается оптимизации рабочего процесса, то вам необходимо это вопрос, все, что касается оптимизации, все, что касается нюансов рабочего процесса, то, что может как-то на него повлиять, решать непосредственно либо сотрудниками, апеллируя к этому, либо к начальству. При этом, держа в голове, что вы разные люди, и что у вас действительно мало общего, и что люди, вот, скажем так, более старше, как бы, всегда, опасаются несколько молодых, потому что боятся, что те их потеснят, и вообще молодые сотрудники всегда более привлекательны, чем возрасте, потому что у них больше КПД, коэффициент полезного действия, вот, и они, в целом, с ними вот, в какой-то степени, да, легче всегда договориться. Вот, легче найти общий язык, ну, по крайней мере, грамотному руководителю это легче, вот. Поэтому тут есть, вне всякого сомнения, есть свои нюансы, и эти нюансы нужно, конечно, рассматривать, эти нюансы нужно, конечно, разбирать, потому что, в противном случае ситуация сама по себе не разрешится. А если вы будете в себе накапливать обиду, да, если вы будете в себе копить, словно там какой-то негатив, то, опять же, ничего хорошего из этого не получится. То есть необходимо что сделать? Необходимо найти компромисс между вашими ценностями и их продвижением.
своей позиции и ее защитой, причем защитой грамотной, последовательной, вот, постоянной. И тем, что волнует лично вас. То есть, ну вот, тем, что конкретно беспокоит вас. Поэтому эта история требует своего внимания, а вам нужна помощь и поддержка. Потому что если вы сталкиваетесь на протяжении года с определенным отношением, то вам волей-неволей кажется, что действительно все хорошо, все в порядке. Ну, то есть, что вам относится так, потому что так и должно быть. Вы уже по большому счету сами вот, сомневаетесь, да, в том, что так быть не должно. Это довольно грустно. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.